Здравствуйте, друзья. А вот это вот, кто не в курсе, есть выходная Даута. Я, если честно, в ней был всего один раз за кучу времени. Я вот не знаю, поздоровался или нет. Здравствуйте, дорогие подписчики, друзья. И вот такое вот здесь есть. За эту Дауту дают 500 хонора. И она, в принципе, не сильная. Она, в принципе, не сильно проходится, по идее, очень быстро. Но в прошлый раз прошла с ней очень быстро. Меня скотина взяла под контроль. Она вроде как фирит. Но управляла, я попал в этот момент под волну. Это вообще комедия. Вообще без шансов на то, что выжить. Почти то же самое, что там, но все послабее, все с меньшим количеством хп. Выходная, да, вот у нас, например, дверь стоит там на входе, все выглядит точно так же, как обычная, да, вот только она находится у нас на острове. Скорее всего, в мирных поселениях она тоже есть. Я быстренько решил это записать, может, они не в курсе, все собираются на кровавую. А что-то не видел, что в выходную Даут особо собирали людей. 500 хонора за пару минут, в принципе, заработать. Плохо разве? Бум-бум-бум-бум-бум-бум. Опа, где остаться на по бокам? И... Да, отойдите, блин. Вот такая вот хрень была. Меня рубанули. А я даже не буду париться. Ладно, просто я. Сейчас я нахерачу, все. Эх, ой, хорошо, что я в центре. Все, приехала дамочка. Ой-ой-ой. Сейчас поплывет, еще в конце меня убьет. Это было вообще неприятно. А что за там дроп? Вот такой вот дроп здесь. Забрать чертеж деда мне это не нужно, это мне не нужно, остальное что мне пойдет, я не знаю. Так, о, эмалевый пигмент, водоворота. Вот все, в принципе. Сейчас отсюда выйду, где я появлюсь. Вот, все, у нас такая вот дверь есть. И вот такая стражница, которая дает 500 хонора. Все, очки чести плюс 500. Все, всем большое спасибо за просмотр. Если кому-то эта информация была полезна. 500 хонора за пару минут. Вот, у нас ушло... 4 минуты у нас ушло на это. Всем пока.